которых я помню историю, сколько я помню себе. Миша Брусковский, но он для меня всегда был не Миша Жаевич, я не Миша. Это же как по-другому, был дядя Миша, Петелек, дядя Гера. Вот. И удивительный совершенно человек, во-первых, доброты, доброжелательности людям, величайшей деликатности. Я потом только узнал многие обстоятельства его жизни, детства, стал понимать, вот откуда это все. И с одной стороны, вот какая-то такая, знаете, мягкость, внешняя округлость, а с другой стороны, колоссальный нравственный стержень внутри. То есть его невозможно было сподвигнуть на какое-то некрасивое дело, поступок. Совершенно было невозможно. Вот внутренний был абсолютно железный человек. И вот каким образом этот человек вот так все уживается, я всегда этому поражался. И вы знаете, вот очень, конечно, не хватает в жизни Миши Брусиловского, Дарьи Волковича. Вот. Они так много сделали для нашего города, и, ну, слава Богу, они всегда с нами. Вот сегодняшняя выставка к тому свидетельству. Посмотрите, какая великолепная выставка. Это же праздник сегодня. У нас у всех праздник. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к открытию, созданию этой выставки. И всех, кто сегодня пришел, эту общую нашу радость разделить. Спасибо вам. Нам интересная, которая действительно видит очень широко, понимали. Вот картины, да, было любопытно, но самое главное – это бильярд. Когда они играли у нас в бильярд, это был Миша Шаев спокойно бегал. Говорит, волновался, бегал, бежал со страшно, когда это самое, не попадал и так далее. Споры какие-то шли, вообще, вот у нас есть эти самые съемки, да, это уникальные вещи. Но чем кончилось? Когда Калашников нарисовал или артисты, свои знаменитые, да? Я говорю, Миша, вот мы столько лет уже, сколько больше, 7 лет в бильярд играем, а вот бильярдишки плачут, и он, одна из последних работ, да, я не спорю, что последняя работа была в бильярде, но одна из последних работ была в бильярдистке, я сейчас оставлю, да. Там я напротив Волновича, да, Волнович такой на меня сказал, я на него, и Миша будет где? Вот и так. И вы знаете, когда Грибов меня посмотрел на Мишу, давал нужно все, дальше играйте, дальше играйте. Такая вообще, но самое главное, что живая борьба, и никакой там классик не делал, то есть.